Кому-то надо поехать, убедиться, что его похоронят как надо. Он сам уехал от нас уже давно. Ты больше не сможешь его наказывать. Вы мама Рики? Из Техаса? Рики владел баром. Сейчас он ваш. О, боже мой, мне достался гей-бар. И ты забыла мне сказать. Меня так захлестнуло. Я бы дал вам столик, но у вас мало общего с этой толпой. А сейчас Жанна д'Арк Канзас! Сечете? Не особо-то и толпа. Да что вы вообще знаете о дрэг-барах? Я хормейстер в баптистской церкви. Песни разные, дивы те же, некоторые парики тоже. Вам всем надо петь. Реально петь? Рики его отец? О боже, нет. Парень ушел от меня к той, кого встретил в очереди за айфоном. Мэм, вообще-то пялиться невежливо. Все нормально, это моя мать. Я бы отдала что угодно, лишь бы вновь увидеть сына. Хоть раз. Никто не остановил моего сына, но я остановлю тебя. Это был самый чудесный вечер. Мой конек – банановый климакс. Объедение. Секретный ингредиент Авида и тонна детского питания. Я думаю, вы его вдохновили. На сцене он был просто сучкой. Я не смотрю на нашего сына твоими испуганными глазами. Наш сын был звездой. Сегодня в «Хрящике Пандоры» состоится дебют моей партнерши. Я зову ее мамой.